Здравствуйте. Я крайне серьезен, потому что это... Serious Sam First Encounter. Всем привет, это Serious Sam. Первое пришествие, первая кровь. Итак, мы пробрались в Луксор. 4 амулета. Космический корабль уже в пути, и нам нужно поспешить в Великую Пирамиду, чтобы успеть перехватить его. Собери 4 золотых амулета Анг и помести их на 4 алтаря в центре двора. Тогда мы сможем выбраться из этого зачарованного места и попасть в Великую Пирамиду, конечную цель нашей прогулки. Мои датчики зафиксировали один из амулетов в центре правого крыла этого двора. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, кто-то где-то... А женщины, как же без женщин-то, любимицы мои. Мои персики. Лукум моего рта, я не знаю, как... Сладость во рту лукума, там, что-то такое. В общем, неважно. Так. Тишина и порядок, правое крыло, говорите, да? Ну, мы будем без шума, без пыли сейчас все это делать. Кстати, раз уж пошла такая... пьянка-гулянка в комментариях по поводу компьютерных клубов, то я и внесу свою лепту тоже, как это все происходило у нас, когда это было. Вообще, появились они, по-моему, в 2004... Ну, то есть, не появились, а обрели популярность в 2004 году. Да, вижу амулет. Но в то время дядька уже пахал, как лошадь, на пастбище. Нет? Нет, на пастбище он не пахал, конечно же, но уже работал во всю мощь, то есть, понятное дело. И в свободное время меня все зазывали товарищи с работы. Ну пойдем, компьютерный клуб. А я вообще, знаете же, не приверженец так особо-то наяривать, сидеть в игрульке-то. Я больше так, по хобби там по-разному, музыка там, что еще, кино. И т.д. и т.п. девочки, мальчики. Нет, 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 какие мальчики, ни в коем случае, только девочки. Ну, в общем, такие дела, то есть спорт, музыка, кино, с сарказмом. Все это, конечно, по поводу всяких там гуляночек. Хотя, что скрывать-то, что греха таить-то. В общем, не суть, это важно. В общем, не появились, да что ж такое, что у меня все появлялось-то? Ничего там не появлялось, ехало мне. Так, где там эта скотина орущая? Ладно. О, мой любимый бычок. Мой любимый бычок. Та-ра-ра-ра. Но-но-но-но-но-но. Вот он. Так. В общем-то, обрели они популярность, наверное, в 2003-м, наверное, где-то в этих годах, может, в 2000-х, хотя нет. Ну, в общем, не суть важно, опять-таки, что-то я все от темы отхожу. И вот все меня товарищи зазывали, типа, ну ай да, ну сходим, это же так прикольно, там такие разные игрушки, а Герои 3, Counter-Strike, что-то еще там было. Ну да, все верно, я года точно не путаю, потому что это так и было. Бух, как вас много. Да взорви ты его уже! Другое дело, вот здесь мясо сейчас начнется, конечно, отчаянное просто. Где мне нормальный пулемет? Во! Вот это резак, вот это резачок. Вот это я понимаю. Чё ты там, кого ты, куда ты бежишь? Стоять. Так, осталось найти еще два символа. Ну, так вот, они звали постоянно. Постоянно в клуб компьютерный. У нас был такой самый популярный клуб. Как он назывался, я уже не помню, правда. Но это я еще в другом месте жил, поэтому... Это вообще не суть важно, в принципе. Да хватит бегать, ты слышишь, истеричка. Так, где... Дайте мне что-нибудь такое вот заводное. Заводное что-нибудь такое, прям вот, чтоб прям вот взять и расстрельнуть, и все, и no problem, так сказать. Ну вот, значит, все-таки вытянули они меня в этот клуб. Компьютерный клуб. Хотя компьютер у меня дома был, естественно, уже. Понятное дело. Вытянули в клуб, пришел я, значит, туда. Что-то как-то странное у меня ощущение возникло такое. Ну, куча народу, то есть там еще и кафе было. То есть кафе, компьютерный клуб, кафе. Вот, и там подавали напитки. Некоторые вообще, у некоторых товарищей там, я так понял, болезнь была. Там детишки сидели практически лет, наверное, по 8 до ночи. Я не знаю, как вообще можно было там сидеть, там, не знаю, как сейчас говорят, задротить там конкретно, да? Это понятное дело, но они прям...
реально сидели там, психовали, ломали, что-то кидались клавиатурами, то есть когда проигрывали. Ну, это странное зрелище, конечно, было. Выгоняли их оттуда, понятное дело. Но опять-таки деньги нужны всем, и иногда закрывали просто на это глаза, что не очень хорошо. Так, где все? Где мои амулеты? Где мои амулеты? Где-то там с краешку должны, походу, быть, нет? Ну вот, в общем, пришли мы в этот компьютерный клуб, меня вытащили туда все-таки. И были, как я уже говорил, герои 3, Might and Magic герои, 3-й Армагеддон клинок, Возрождение Рафи, по-моему, на выбор было Vice City, если я не ошибаюсь, в этот год она была, да? Уже была в 2002, по-моему, или когда? San Andreas вроде бы как не было, а может, ну, не суть важно, опять-таки. В общем, было много игр. Помню, что GTA была точно 3-я. Герой меча и магии, GTA 2 была, кто-то играл даже, да. А Quake, 2-й, 3-й, Counter-Strike, Проклятые земли, которые я в жизни не играл, кстати. Интересно даже почему. Наверное, это фэнтези, поэтому я в это не играл. Надо будет посмотреть, может, на досуге, что это такое все-таки для интереса так-то. Прокачать свой скилл в информативности. Ну и засиживались мы там... Ну, засиживались, вернее, друзья. Я не особо засиживался, вот. И, значит, где ты там пуляешь-то стоишь? Летчик на летчик, блин. Так, у меня осталось найти еще один символ. Symbolize. Иди сюда, мой костлявый дрюк. Так, где-то... Раки зимуют где-то... Так, в общем-то... помню, что был я там всего раза 3, наверное, именно в этом клубе. Вот. Заманили все-таки, заманили они меня туда. Да, играли мы в героев обычно. Происходило это после работы, либо до работы, за час нам везло. Мы работали... Мы работали... С 10 утра можно было в 8 пойти туда. Ну, это я говорю, редко был. Я там 3-4 раза всего был в этом клубе уж. Тоже не суть важно, я думаю. Эх, житие мое. В общем, будем валякать всех, я так понимаю. Приходили, играли. Warcraft еще был, Warcraft. Куда же без Warcraft? Действительно, только что вспомнил, Warcraft 3. По-моему, Frozen Throne даже был, а может и нет. Я не особо разбираюсь в этих Warcraft'ах, конечно. Я помню, что Warcraft 2 был, Warcraft и Warcraft 2000. Все, больше мне ничего не... Найди на секретное место. А скелет пройти не может. Статистика. По-моему, я попал в секретное место, куда не надо. В священную землю я попал, да... Ты зашел в священный двор. Ох, не слушаешься ты меня, как я погляжу. Тебе было сказано отправляться к Великой Пирамиде. Но нет, тебе обязательно надо было сунуть сюда нос, убить побольше монстров, да? Ты что, думаешь, что спасение мира — это шуточки? Да какой ты крутой после этого. На случай, если тебя это заинтересует, фиванцы приносили здесь жертвы многим своим богам. Только мне почему-то не кажется, что ты собираешься заняться тем же, или ты... Тайный идолопоклонник. Ладно, ты этого хотел, и ты это получил. Наслаждайся, только побыстрее, пожалуйста. Мы торопимся к Великой Пирамиде. Понятно? Да, мы нашли секретное место. Ну, по случайности даже можно сказать. Я что-то как-то посмотрел сбоку и действительно вспомнил уже после того, как туда пробежал. Да. Ну, дальше вернемся к клубу компьютерному. Yourself, как он говорит. Как Сэм говорит у нас, да? Папс, 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 папс. Так. Я тебе повоюю, а? Женщины, успокой. Ух ты, попкой повернулась. Не надо. Вот не надо вот это соблазнение мне устраивать здесь. Это нехорошо. Как-то не по... Не женственно уж очень. Так. Ну, в общем, однажды мы сидели, играли, и подходит ко мне такой товарищ, лет, наверное, 13, наверное, такой. Такой школьничек такой.
Здорово, говорит. Давай, говорит, по полтинчику сбросимся в героев меча и магии. Я вообще не люблю азартные игры, в принципе, и... Понятное дело, я говорю, не надо мне такого счастья. Плиз, говорит, don't kill me, не убивай меня. Слышь, мелкий. Убил я его, мелочь вашу эту. Ага. Что такое, проблема, дружище? В общем, подошел такой деловью. Давай, говорит, героев сыграем. По полтинчику скинемся. Я думаю, ничего себе, барзометр-то зашкаливает, как думаю. Потому что реально не встречали таких товарищей. А потом выяснилось, все стало ясно, что, оказывается, они очень сильно задротят в эти игрушки и вот так вот разводят школьников, и не только школьников, и взрослых разводят. То есть, видимо, для них это нормально в плане том, что действительно они шареные в этих игрушках. Warcraft также, типа, до победы кто кого там. Естественно, никто не подглядывает ни за кем. Это было главное условие. Ну, как в клубах ты и был. А, это ты. Невидимое чучело. Ясненько. Ну, я сразу смекнул, что что-то здесь не так. И потом уже вот товарищи мне объяснили, то что реально они так зарабатывают денежки себе дальше, чтобы продлять свои сеансы, так сказать, засиживания в этих компьютерных клубах. Ну, а потом популярность приобрели шутер и Counter-Strike Quake, по которым проводились турниры в этом же кафе, но также распространялись турниры и на другие клубы, в которых мы, кстати, пытались играть, и мы даже выиграли. У меня даже какая-то награда была по Counter-Strike, по первой версии, которая, естественно, уж как вы помните, какая она была. Так. Даже что-то был, какой-то диплом там, по-моему, давали. Очень хорошо, я помню, в свое время играл в этот Counter-Strike. Сейчас не знаю, конечно, что там из меня получится, из меня стрелок такой ворошиловский. Я здесь там слоупочу, а чего уж там говорить про Counter-Strike, не знаю. Видимо, хватка другая была. Не суть важно. Так, все, что ли? Все, что ли? Что такое? Что такое, дорогой? А, кнопочки надо нажать. Давайте проанализируем. Так. Священный двор, выход блокирован. 4 балки преграждают выход из этого двора. Необходимо найти способ убрать их. Возможно, что сфинксы во дворе охраняют что-то вроде переключателей. Попробую использовать эти переключатели. Ну, или воспользоваться этими переключателями. Эх, детальность ты моя. Так. Ну? Чё, не работает? Работает. Сейчас какая-нибудь свинья появится, нет? Упс. Вот она нажала. Ну, это... Так, да, еще 2 балки. Угу, я же говорю, появятся вот эти вот товарищи наши цыплятки. Очень интересно, очень. Ну вот, в общем-то, на этом знакомство с клубами мое закончилось после вот этих турниров по Counter-Strike, потому что реально на это уходило очень много времени. Но работа, конечно, была на первом месте, понятное дело. Но, да что ж такое-то, я все тыкаю, промахиваюсь на кнопочку. Давай уж как-то это... Ну, вот так, по-братски. Вот так, да-да-да. Вот, после этого я занялся написанием рассказов, книг. Дальше, что следует у нас по нашей истории? Да японский ты городовой! Твою мать, где этот триггер сраный? Санный ты, Иге! Уйдите. Не мешайте мне кнопку, но я и кнопку из-за вас не могу нажать. Так. Аж прям вывели меня немножко. Там стрелять, кто там стреляет, кого-то, кому там не имется, а? Кому там не имется все никак, а? Что-то, что ты хочешь от меня? Дай мне дорассказать. Турниры, кстати, проводились не только по Counter-Strike, и по Quake, и Warcraft, но также и по Unreal Tournament, естественно. Еще какие-то игры были. Сложно сейчас уже вспомнить, прошло сколько, 10 лет, получается, да, уже? Открывай, Сезам. Сезам, откройся, ёпта. Так. Что можно еще поведать вам интересненького такого?
Про деньги я вроде рассказал вам, то, что за деньги играли товарищи некоторые умные. Самые такие шареные, надрачивались какие-то игрушки, и потом давай жару давать, всех там побеждать. Ну и в это время, как я уже сказал, то есть после этих клубов, когда уже наскучило это очень сильно, то я занялся написанием рассказов. Загадка. Это похоже на какой-то механизм. Здесь написана какая-то загадка. Возьми двоих, и они станут одним, открывая тебе дорогу. Звучит, конечно, непонятно, но я бы на твоем месте поискал двух золотых сфинксов, найди их и принеси сюда. Поищи в ближайших дворах к северу и к югу отсюда. Понятно. Оригато гозаимасу. Так, дверцы есть. Северный и южный. Пойдемте. Вот, занялся написанием рассказов и начал писать свою первую игрушку-квест. Кстати, получилась она очень занятненькая. Если так подумать, если я найду... Ух ты, вот, гравитационные уровни, это очень круто сделано. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, лесенки поднимаются. Вот, занялся написанием своей собственной игрушки. Чё ты там стоишь? Лежать, костлявый. Ну, игрушка очень даже неплохая была, квест. Где-то в интернете она, кстати, лежит. Можно поискать, но я не уверен. Можно будет глянуть, в общем, посмотрим. Если я найду, то обязательно, видимо, в группу загружу, чувствую я. Я постараюсь, во всяком случае, найти ее, потому что интересна реально эта история. Моя первая игра квестовая. Потому что много чего в голову приходило, но всего, как говорится, не упомнишь. Это женщины! Женщины неугомонные мои красавицы! Что не так? Что? Что мне сделать для вас? Так, давай. Так. И где-то там тоже на другой стороне есть такой же переключалка, такая же... А, нет. Все, последний. Вот, значит, писал. После этого, конечно, пошли другие проекты разнообразные. Просто уйма проектов разных было. Так, взял. Хе-хе-хе. Женщина, угомони... Ся. Сисяндры свои угомони там немножко так. Поднята секретная платформа. А где? Сейчас найдем. Сейчас постараемся найти. Вот не хотел я, конечно, вот эти секретные локации записывать. Хотелось отдельно показать. Ну, во всяком случае... Иди-ка отсюда. А здесь забавно, да, здесь монстрики такие, смотрите. Они маленькие, но с большими пушечками. Так, секретная платформа, говорите, да? Где-то что-то там открылось нам. Ну, пойдемте поищем. Какая скотина? А, угу. Скорпикоид. Бабах. У меня круче. Писюка-то, а? Ой, блин. Начинается. А, вон она, платформа-то секретная. Secret platform. Ну... Ага. Понятно. В общем, собираем мешочки, как обычно. И так неплохо, в принципе, собираем. Так, одного сфинкса мы нашли. И пора возвращаться нам в другое крыло. В центр, а потом в другое крыло. Вот, все-таки я решил, сделаю я рубрику по мере возможности на втором канале. Второй канал, ссылка будет в описании, поэтому переходите. Там есть и другие сейчас видео, то есть... Все у нас прекрасненько. Так, а, угу. Ну ладно, сходим сперва туда, конечно. Эх, ностальжи. Так, значит, да. Угу. Чемодан. Но если я его возьму, этот рюкзачок, сейчас будет ля жопа какая-то, по-моему, да? Нет? Вот и я там же. Ох ты, ё. Легче как-то, что ли? Так, смотрите, пирамида открывается для нас. Тоже, опять-таки, это секретный проходец. Не столь секретный, как и другие, конечно. Но здесь, конечно, ад сейчас будет кромешный. Причем можно взять смело машинган. И просто косить. Просто косилка, косилка. Рапокосилка должна быть. А по поводу рубрики, да, все-таки буду делать.
постараюсь сделать первый выпуск. Ну и вообще ждет скоро стендкаст у вас на основном канале, вот на этом, где Serious Sam находится, посвященный полностью вообще играм. То есть когда я впервые познакомился с этими играми, что первое у меня появилось, какие приставки, какие плюшечки были, какие мифы бродили игровые среди всего этого. Дружок, ты не добежишь. Может, и добежишь. Кто-то из вас, в общем, добежит, наверное, до меня. Я же говорил. Аж пролагнуло, слушайте. Прям как этот, Battlefield 4. О, застрял. Братюнька, застрял наполовинку. Ну так нечестно, жалко же. Ну, бычочек, бычара, бычуня. Кого ждем? Запытался бедняга. Так, прорисовка максимальная, поэтому они нас, наверное, походу не видят просто-напросто. Они в непонятках там мечутся и не знают, что им делать. В общем, начнем, наверное, вообще с нуля полностью, да? Что вообще из себя представляет язык программирования, то есть сделаем так, видимо. С элементарных примеров, так сказать, начнем, потому что это будет гораздо интереснее, потому что вечно написано все научным, там, слишком заумным языком. Я постараюсь сделать это, конечно, по максимальному просто, потому что сам учился этим вещам, это же хобби программирования, я что поделаю? Ну, реально хобби. Так, бежать нам далеко, но у нас полный боезапас, в принципе, все есть, и ядра чистый изумруд, ядра чистый изумруд. Очень ядрочистый. Так, ничего такого бонусного нет. Обычно текстурки проскакивают и вот не прорисовываются спрайты выстрелов об стену. Многие пишут в комментариях: экономь патрон. Да куда уж мне экономить патроны-то? Пирамида-то, блин. А по-моему, в пирамиде тоже какая-то загвоздка есть, кстати. А вроде бы в нее можно зайти. Но опять, блин, не хотел я секреты снимать. Да что за напасть-то такая, ну... Честно говоря, очень не хотел снимать секреты. Получено секретное здоровье. Очень секретное. Оббежали целую пирамидищу. Эх, детальность ты моя. Подняться не могу. Но что-то здесь есть, что-то здесь есть. Вроде бы даже с краешку. Ну, сейчас разберемся. Пробежимся, если что. Это получится такая серия полусекретная, наверное, скорее всего. Хотя там и так понятно было, что нужно было пробежать направо, но я что-то как-то по привычке, видимо, заглянул туда. Ностальжи взыграла, так сказать, в пятой точке. Так вот, ладно, сейчас посмотрим. Так, ну что, уроды безголовые. Моих друзей здесь нет, кричащих. Что-то где-то... Оригато гозаимас. Ох, стадище какое, смотрите. Не надо только меня никуда отдергивать, потому что если вы меня дернете, я сейчас улечу обратно, и будет печально все это проходить заново, да? Не расстраивайся, бычок. Ах ты какой, смотрите, они играют мною в регби. Опаньки, вот-вот-вот, об этом я говорю, вот-вот-вот-вот-вот-вот, товарищи выехали, смотрите. Я ж помню, что вход был там, так, надо завалить скорпикоида. Эй, стоять! Стоять, господа разработчики, куда едем? А, мы испортим ваш секрет. А, нельзя, но мы все равно пройдем сюда. Да, поехали. Ну, открывайте мне ворота. Я даже присяду. Ну? Нет? А я не помню, что делать на самом деле уже. Честно говоря, реально забыл. Что-то здесь есть, какая-то замануха. Но какая? Ай, ёкаламане.
тормозок. Найдены потайные ящики. Ну-ну. Что делать с ними, я не помню ни черта уже. Ой, да, ну не хотел я этого показывать. Ну, блин, ну меня заставили. Потайные ящики. Ладно уж, не будем мы ходить, наверное, по этим потайным ящикам. Да, вот посмотрите опять-таки, да, какой объем разработчики делали. Все равно это получилось очень реально круто. Ну, бегать по кругами мы уж не собираемся с вами, мы ищем вообще второго сфинкса, поэтому найдем и серию закончим, потому что это затянулось, блин, не хотел, полусекретный уровень все-таки проскользнул. Такой спойлерок легенький. Так, что, кнопка? Угу. Так, угу, понятно. То есть все, все как в лучших традициях жанра. Так, нажимаю кнопку. Что-то там двигается куда-то. Бежать. Так, идем обратно. Передвигаем нашу платформу. Не. Да. Все правильно, все по логике вещей. Идем дальше. Так. Кнопочка 2. Так, вода прибывает. А я, честно говоря, не помню, что надо делать. Ну, в общем-то, в центр в любом случае надо. Кто там опять? Где? Скотина. Ага. Все понятно. Все ясно с вами, господин. Или госпожа. Как уж знать, как знать. Так, поехали обратно. Угу. Красавчик. Все правильно сделал. Росгострах. Вообще, много чего, конечно, планируется сделать в плане нового, то, что будет на канале. И, кстати, будет прям засилье рубрики «Краткий, но значимый». Я знаю, что оно вам понравилось. Но реально, я сам эти игры с трудом вспоминаю. И прям вот, знаете, приходится прям мозг поднапрячь конкретно иногда. Так. Хорошо. Глянем. Угу. Посмотрим, что под водой есть, давайте. Так, здоровье там не надо. Дичь там не надо. Ну, сюда надо. Да, вот второй сфинкс лежит, даже кушать не просит. Золотой сфинкс найден. Механизм отпирания активизирован. Ну, это приятно, что он активизирован. Угу, даже сквозь воду просачивается, да? Мстить будут, мстить за маленького щегола этого, щегла, то есть щегола. Так, выходим обратненько, и механизм у нас открыт, а? Все должно сработать просто идеально, так. Угу, давай, Сэмушка, что-нибудь делай там. Что-нибудь давай, крути, верти. Кручу, верчу, обмануть хочу. Так, видимо, нужно будет прыгать. Да? Эй, нет? А, лесенка просто, ну ладно. Не страшно. Великая пирамида. Но Великую пирамиду я оставлю как раз-таки на финальную серию. Мы уже совсем близко к Великой пирамиде, нашей конечной цели. Мои датчики взбесились и начали противоречить друг другу. У меня впечатление, что должно произойти что-то серьезное. Но что именно? Я зафиксировал легкие подземные толчки. Возможно, это слабые землетрясения. Скорее всего, беспокоиться не о чем. Могу посоветовать только одно. Беги к пирамиде. Удачи! Спасибо большое. Ну, друзья, финал мы оставим на последнюю серию, чтобы она была супер-мега-эпичная. Ну, а пока я с вами прощаюсь. До новых встреч. И пока-пока.